Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился выполнить требования ЕС и изменить закон о высшем образовании. Такое решение он принял на встрече с представителями консервативной фракции Европейской народной партии, или ЕНП. Это крупнейшая политическая сила в Европарламенте. В минувшую среду Евросоюз дал Будапешту месяц на то, чтобы исправить закон о высшем образовании, принятый 4 апреля. По мнению Брюсселя, этот закон нарушает фундаментальные свободы внутреннего рынка. Так, из-за него в Венгрии может закрыться Центральный европейский университет, основанный на средства американского миллиардера Джорджа Сороса. Перед встречей лидер фракции ЕНП сказал, что правительство Венгрии должно уважать свободу образования. Вопрос на повестке дня очень простой. Мы не позволим нападать на свободу науки в Европейском Союзе. Теперь дело за премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Он должен проявить уважение к этим принципам. А после обсуждений представители Европейской народной партии сказали, что Виктор Орбан согласился исправить закон. Виктор Орбан дал полное согласие перед ЕНП выполнить все требования ЕС к сроку, который установит Европейская комиссия. Предполагается, что само учебное заведение власти Венгрии рассматривают как центр либерально настроенной оппозиции. Кроме того, Орбан и Сорос – публичные оппоненты. Например, американский миллиардер не поддерживает венгерскую политику в отношении беженцев и то, что Венгрия строит ограждения на границе. В консервативную партию ЕНП входят председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер Германии Ангела Меркель.